Накануне ночью жителям Ясашной Ташлы было не до сна. В селе сгорело сразу два дома и библиотека. По словам очевидцев, сначала загорелся один дом, но по сухой траве огонь быстро перекинулся на вторую постройку. Не обошли языки пламени и соседнюю библиотеку – излюбленное место многих сельчан. Здание старое, ветхое, конечно. Книг много, поэтому потушить было крайне сложно. Работало 5 единиц. Машин, спасибо большое. Ключище приехали на Ульяновск. Ребята работали быстро, оперативно. Ну вот, к сожалению, спастись не удалось. Тушили всю ночь. Только к 4 утра огонь удалось остановить. К счастью, пострадавших нет. Что не скажешь о книгах. Их в сельской библиотеке хранилось более 8 тысяч экземпляров. Жители добавляют, только завезли новые. До 4 утра тушили. Я здесь уехала поздно, наверное, часиков в 10 отсюда. Но здесь все еще только все начинало потихоньку разгораться. Один угол тушит, другой разгорается. И как бы вот в 4 утра ставили новые столбы опорные, световые. И вот ночью машина пожарная дежурила. По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание мусора на участке. Хозяин первого дома – инвалид 3-й группы. Мужчина после пожара живет у сестры. Министерство социального развития предложило ему переехать в реабилитационный центр. Второй домик использовался как дача. Вопрос пожара подняли и на штабе по комплексному развитию региона. Алексей Русских подчеркнул, что по его данным не была сделана должным образом опашка территории. Библиотеку при этом восстановили. Выделят помещение и закупят новые книги. Анна Тищенко, Алексей Шишов, Управда ТВ.